А на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба, которое провел глава республики, шла речь о защищенности объектов торговли. Сергей Миняйло потребовал жестче реагировать на неисполнение требований безопасности, вплоть до прекращения деятельности юридических лиц. И поручил в ближайшее время провести очередное заседание АТК с участием собственников, не исполняющих требования по антитеррористической защищенности. А еще определить и утвердить в кратчайшие сроки необходимый перечень документов, в частности, транспортной безопасности для компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.